Какие первые шаги для достижения вот этой экономической независимости? Что нам нужно изменить? На взгляд, в первую очередь, что нам нужно изменить на этом пути, это отношение к труду. Вот на сегодняшний день, опять мы возвращаем, можем вернуться к марксизму, который определял три фактора производства. Затем неомаржиналисты определяли уже четыре фактора производства, добавили еще предпринимательскую инициативу. Это земля, капитал, труд, предпринимательская инициатива. Ну, на сегодняшний день. Вот у нас в стране через 26 лет после обретения независимости труд фактором производства не является. Он не является по одной простой причине, причем это отражено в нашем законодательстве. На сегодняшний день в нашем законодательстве трактовка труда как экономической категории соответствует ленинской трактовке коммунистического труда. То есть труд не есть товар, если говорить экономическим языком. Так у нас газон какого года? Не слышал. Ну, подтверждая твою тезу о том, что да, у нас советский ЗОТ. Соответственно, заработная плата у нас не является ценой труда, а всего лишь вознаграждение за социальную нагрузку в виде труда. Бессменный, на наш взгляд, вот этого подхода, то есть без превращения труда в товар, а соответственно заработной платы в цену труда, достигнуть экономической независимости невозможно. Вот это, на наш взгляд, первые шаги, которые будет необходимо сделать.